уважаемый Сарбай Шарипович, еще рад вас видеть. Мы здесь не так давно, но наш объем взаимодействия большой, и всегда есть о чем переговорить. Еще раз, чтобы вы нашли возможность по дороге домой заглянуть и к нам, поговорить о сегодняшнем состоянии наших двухсторонних отношений, ну, поговорить по другим вопросам, в том числе и по проблемам интеграции. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы выразить благодарность вам за возможность встретиться, обсудить актуальный вопрос о сотрудничестве и отрадно отметить, что успешно развиваются кыргызско-российские отношения в духе братской дружбы и стратегического союзства. И особенно хотел бы отметить вас, государственный Кыргызстан, который был очень успешным, плодотворным. Благодаря вашей личной поддержке было подписано 56-е соглашение свыше 6 миллиардов долларов США. И успешно прошла 8-я межрегиональная конференция, где участвовали 18 регионов. Это впервые в Кыргызстане такое было. И 700 представителей бизнес-сообщества. И мы считаем, что это успех, совместный успех. И по вашим личным рукам все это было. И кыргызстанцы, народ Кыргызстана всегда традиционно считает вас искренним другом Кыргызстана, который вносит неоценимую помощь в развитии нашей страны, нашего государства. Мы очень высоко ценим всю эту помощь. Особенно по вашим благодаря вашей поддержке успешно работает, эффективно работает Российский Кыргызский фонд. Было выделено 200 миллионов долларов для адаптации нашей страны к Евразийскому экономическому союзу. И поддержка нашего бюджета со стороны Российской Федерации, мы это все высоко ценим и дорожим всем этим. И мы ведем ваш визит в Кыргызстан для участия на сессии ОДКБ. Спасибо за теплый прием. Спасибо.